Шалом. Могу еще. Эрев Тов. Я сразу освещу свое отношение к еврейству. А у меня, и я связан с еврейством двумя очень крепкими нитями. Во-первых, я женат на прекрасной еврейской женщине. Вот, спасибо, спасибо. Уверяю, она заслуживает ваших аплодисментов. А второе, я имею израильский паспорт. С Израилем связана обычно такая история, когда мои израильские друзья провожают меня. Да, я должен заметить, что кроме израильского у меня еще есть российский. Я очень богатый человек. Когда я покидаю Израиль, мои друзья говорят, что ж ты делаешь, покидаешь страну в трудную минуту. Потом я возвращаюсь из Москвы в Израиль, они встречают, молодец, приехал в страну в трудную минуту. Когда я приезжаю в Москву, мне никто этого ничего подобного не говорит, но я сам понимаю, что и в Москву, и из Москвы я тоже приезжаю или уезжаю в трудную минуту. Так что трудными минутами богата история обеих стран, которых я считаю себя полновесным гражданином. Здесь я вижу публика, главным образом, убеленная сединами, поэтому все перипетии этой первоначальной иммиграции всем вам, конечно, очень хорошо известны. Меня же это касалось достаточно близко, потому что у меня очень много друзей потихонечку паковали свои чемоданы в надежде поехать в Израиль или благодаря вызову оттуда куда-нибудь еще дальше. И вот тогда я сочинил эту песню, называется «Песня фраера». Это не еврей, но муж. Был я мирный человек, стал фраер. Ну чего я не поехал в Израиль? Покороче, там все же этапы. Хоть, конечно, там тоже арабы. И жена-то у меня еврейка. Да и сам я похож наружно. И на месте есть одна семейка. Столько вызовов пришлет, сколько нужно. И пускай ча всех даже рады. Кто без допуска, тот в полном праве. Так что вроде бы уже и не надо на центральном голодать телеграфии. Ну так в чем же суть? А все Россия, мать. Ты чего, говори, ты того? Авось как-нибудь обойдет чать, перемельца, ничего. И поверил я дурак этой сути, и утратил надлежащую веру. Начитал сам издату до жути, хоть сейчас давай мне высшую меру. Расчирикался, как кинорейка, то про Сталина загну, а то и дальше. Прям как будто и жена не еврейка, прям как будто я Косыгин на даче. А ведь помню, заходил участковый, да и статский майор сделал милость. Упредил меня беседой суровой, предсказал мне все, что случилось. Ну, мне кажется, разумеется, ну, годок пройдет, ну, пяток, ой, дайте срок, и все перемелится, а вось как-нибудь дали срок. И только в 90-м году, уже без всяких делегаций, а просто накопил я некоторую сумму, мне прислали вызов, и я с женой и дочерью отправился сам. Без всяких, ну, гитара, конечно, нашлась на месте, но я ехал без гитары знакомиться с этой страной. Я приехал, друг мой, который прислал меня приглашение, сказал, зачем ты приехал в августе, надо было в октябре, сейчас все разъедутся, никаких концертов нельзя будет устроить и так далее, и так далее. Сказал, ну вот какое нашлось у меня время, такое и нашлось. Мы прожили 2 месяца, весь август и весь сентябрь.
Я дал в результате 16 концертов. Так что его опасения не оправдались, а я очень полюбил эту страну сразу с первого захода. И уже недели через две я испытывал чувство, которое называется эйфория. И это чувство нуждалось в каком-то воплощении песенном. И я стал сочинять это такую эйфорическую песню. И сочиняя ее, я руководствовался советом, который получил очень давно от моего друга и тоже известного барда нашего Боря Вахнюк. Мы с ним учились в нашем певучем институте, и Боря Вахнюк тоже сочинял песни, исполнял их под гитару, и мы жили в одном общежитии, и как-то он весело сказал: нет ничего легче, как сочинять народные еврейские песни на русском языке. Я говорю: как? А ты самое главное, чтобы побольше было междометие «ай-яй-яй», «ой-ой-ой». Вот нажимай на эти междометия скажут все, что ты задумал, настолько, что остальные слова даже не обязательны. Вот я и воспользовался его советом, и все свои первые израильские восторги выразил в этой песенке. Ой, ты Хайфа, Хайфа, за все годы лайфа я такого кайфа не ловил. Эти горы, эти пляжи, этот климат тоже даже. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, полюбил. Если вы молчите на своем иврите, все равно ходите, как хотите тут. Добрый день, шалом алейхем, гамар джоба зохн вейхем. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, вас поймут. Ой, Исроэль, Исроэль, о, как ты освоил, о, как ты устроил этот древний край. О, прекрасный город Хайфа, я клянусь, за годы лайфа никогда такого кайфа. Ай-я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 й
Разговаривать, рассказывать об Израиле я, конечно, люблю много и долго. Где-то в середине 90-х годов в Москве. В Москве мы с композитором Дашкевичем сочинили песню, которая потом очень пришлась в Израиле, настолько, что мелодию из этой песни сделали позывными одного русскоязычного телеканала. Там сделали, и это, правда, телеканал просуществовал недолго, лет всего пять, но все пять лет, как только он включался в телевизор, раздавалась мелодия из этой песни. Песня эта, ну, предысторию я рассказывать не буду, речь идет о некотором заказе от театра «Эрмитаж». Там собирались ставить инсценировку книги Фихтвангера «Иудейская война». И вот для этой инсценировки понадобилась песня. И не какая-нибудь, а песня специальная. Она называется, ну, в иудейском исчислении 137-й, а в христианском 136-й псалом. Это известный классический псалом о вавилонском плене, и, как потом выяснилось, этот псалом кто только не переводил. Существует минимум 50 переводов на русский язык, 50 переводов самых разнообразных поэтов,
И вот я стал 51-м, или уж я не помню, может, и 151-м, я уж так не раскапывал историю переводов этого псалма. Но вот я перевел на русский язык этот псалом, а Дашкевич на следующий день принес музыку, я ее послушал и сказал: «Нет, Володь, это не то». Он смутился и сказал: «Я и сам чувствую, что это не то». И через два дня пришел, принес то. И вот и на той самой музыке, которую он принес, я сейчас эту песню попробую спеть, этот псалом. Там, возле рек вавилонских, как мы сидели и плакали, к нам приходили смеяться: «Что вы сидите и плачете, что не поете, не пляшете?» Иерушалаим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя глазами полными слез? Там, возле рек вавилонских, нет нам покоя и радости. Там, под плакучею ивой, арфы свои изломали мы, струны свои и задрали мы. Иерушалаим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя глазами полными слез? Там, возле рек вавилонских, жив я единственной памятью, пусть задохнусь и ослепну, если забуду когда-нибудь камни, объятые пламенем, белые камни твои. Иерушалаим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя глазами полными слез? Спасибо. Спасибо. Я сразу тогда спою еще одну песню, которая должна, безусловно, примыкать к только что исполненной, чтобы, так сказать, не остыло впечатление от припева. И прошли годы, я оказался в Израиле, и уже не как турист, а как гражданин этой страны. Это случилось в 98-м году. И через некоторое время, да, там было сначала съемное жилье, потом Господь жалился за мной и строил мне очень хорошую и дорогую работу, и я смог жилье купить. Но прежде чем его купить, я снимал некоторую квартиру. Эта квартира была наполовину государственная. И через некоторое время меня попросили ее освободить по разным причинам, и я начал прощаться с Иерусалимом, и это было для меня так
неприятно, так обидно даже, я бы сказал, что я вот сочинил прощальную свою песню с Иерусалимом. Я ее сочинил, но и потом, и с тех пор я ее охотно распеваю, но у меня получилось, что припев я сочинил, и он мне не понравился. Припев этой моей песенки, где я признаюсь Иерусалиму в любви, у меня не получился. И тогда, недолго думая, я стащил этот припев у того псалма, который вы только что слышали. И вот что у меня получилось. С тех пор, как Тит разрушил храм, стерев с лица земли, пришлось евреям долго жить от родины вдали. Но все две эти тысячи лет в любом краю чужом евреи пели каждый день любимый свой псалом. Иерушалаим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя, глазами полными слез. Хоть ты убей, я не еврей, я русский шансонье, с гитарой верною моей кочую по земле. Но каждый день, хоть ты убей, в любом чужом краю, закрыв глаза, забыв про все, тихонько я пою. Иерушалаим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя, глазами полными слез. Я жил на улицах твоих, глаза твои глядел, я слышал голос твой и смех, твой хлеб горячий ел. И каждый день они со мной вот уже столько лет, твой белый камень, синий зной, твой негасимый свет. Иерушалаим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя, глазами полными слез. Когда я приехал в Израиль раз, другой, а потом и вовсе переехал, и когда я увидел, что гражданский долг – это не звук пустой, а это реальная обязанность каждого израильского гражданина и гражданки, когда я увидел этих молодых красавцев, которые заполняют автобусы и улицы с автоматами через плечо, И это жизненная необходимость Израиля. Когда я узнаю, что таки да, Израиль из себя представляет вооруженный народ, потому что все, кто уже за 30 лет и дальше, они резервисты, то есть готовые кадры для немедленной мобилизации на защиту Родины. И когда я узнаю о том, что Израиль действительно во враждебном окружении, И действительно должен быть начеку, начиная, если уж говорить о государстве, то начиная прямо с 1948 года, он постоянно находится в состоянии перманентной войны, который знает свои мирные полосы, знает свои горячие полосы, но никогда не заканчивается. То есть до сих пор она еще не закончилась, еще далеко до ее окончания.
Тут я сразу вспоминаю замечательный анекдот. Кто там? Трамп молится: «Господи, Господи, сделай, чтобы Соединенные Штаты стали главной державой на весь земной шар, чтобы все такое». А тот ему говорит: «Успокойся, сын мой, так оно и будет, но не в твою каденцию». Путин молится: «Господи, Господи, ну сделай так, чтобы Россия расцвела, окончательно встала со всех своих коленок и дальше поднялась, и тоже успокойся, сын мой, так оно и будет, но не в твою каденцию». Тут Биби молится: «Господи, Господи, да помиришь ты нас, наконец, с арабами, когда же все это кончится?» Господь ему говорит: «Успокойся, сын, это все так и будет, но не в мою каденцию». Такой несколько безнадежный анекдот, но он, конечно, характеризует положение Израиля.